Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, шапке профиль, найти меня в Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал. Сегодня у меня гадание, как обычно, понедельник по знакам зодиака, влияние астрологических аспектов в зависимости от дня рождения. Это первая половина знаков зодиака с 29 апреля по 5 мая. Итак, рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Начинаем с рыбы. Что именно астрологически, как влияет на нашу жизнь, здоровье, окружающие события, эмоции. Значит, рыба входит с разочарованием, скукой. Ей хочется чего-то нового, интересного, каких-то волнительных событий. Все ей как бы надоело, хочется освежиться. Освежиться в эмоциональном плане, по работе также. Вот карта говорит, что скука, выполняемые обязанности или быт, даже если рыба не работает, не учится, как будто как где-то застряла, да, в каком-то застое. Особенно для тех, кто где-то занимается бизнесом, связанным с отдыхом. Также вот это еще карта такая, что ничего не движется. Однако социальные связи, ваше ближайшее окружение, идет речь о каком-то денежных вопросах, который двигается с трудом, медленно, но это все равно денежная карта, то есть потребует от вас внимания, проверок каких-то, то есть надо быть предельно внимательным, особенно если это, ну, скажем, переводы, какие-то оформления, связанные с деньгами, идут с трудом. По состоянию здоровья продолжается тема скуки, разочарования, какой-то вялости, снижения давления, нет наслаждения, эмоциональный спад. Ну, такое бывает, да. Рыба, кстати, она достаточно эмоциональный знак у нас. О, в личной жизни. В личной жизни встреча с человеком из прошлого. А также, если у вас партнер, у вас партнерство такая воспоминания о прошлом, ну, такие теплые. Это одна из карт возврата, которая несет в себе позитивную энергию, энергию дружбы, приятных воспоминаний в прошлом, доверия. Также встреча с бывшим кафе мороженое, где вы вот так очень дружелюбно друг с другом радостно беседуете о прошлом, о том, что вас связывает. И еще денежная карта, опять же, что вас... Вам придется больше потрудиться, больше усилий, чтобы вытянуть эти деньги, чтобы их, может быть, как-то переоформить, оформить и нести дополнительные расходы. Такая вот деловая неделя. Бизнес-ньюс. Так, овны. Овны на неделю. Овны перед чем-то расстроены. Их все раздражает и хочется всех порубать. Это что-то внутреннее состояние. Вы как бы накручивает себя. Чего накручивает? Сейчас посмотрим. По работе. По работе вынуждены бегать дополнительно, чтобы какие-то хлопотать. То есть расчет на то, что все пойдет гладко, все пойдет ровно, не оправдывается. Если вы прием на работу, собеседование, узнаете много новых каких-то подробностей, где вам новых обязанностей, дополнительную нагрузку. То есть так вот, что придется бегать, тратить свои силы, время дополнительно, и что-то не такая простая работа, как вам рассказывали. По социуму, окружению. Вот тут интересные люди, с которыми у вас скорее деловые интересы. Можно сказать, что это надежные люди. Вы в будущем будете это все оформлять. И можно на них полагаться, развивать это сотрудничество. Состояние здоровья крепкое, умеренное. Дело идет к выздоровлению, если вы проходите курс лечения. Вы уже видите накопительный эффект. Запланировано все, что касается здоровья, это прекрасное вложение, стабильные результаты, прекрасное обследование. Ух ты.
Ага, вот оно что. Непонятное происходит в личной жизни. Это может относиться и к вашему внутреннему состоянию относительно партнера. Что-то вот прям непонятно, что раздражает и отчаивается вы сами. Также это может быть со стороны партнера. Какие-то странные, необъяснимые поступки, которые шут, все ясно. Вот откуда карта отчаяния идет, вот эта девятка мечей, непонятно, что вообще делать, что от вас хотят и почему все так происходит. Овен, знак огня, они не успевают провести причинно-следственные, да, расследования, тут все спихивает, кажется, что вы на краю прям, хотя по шуту для одиноких овнов это неплохая карта. То есть из отчаяния часто мы стоим, да, из отчаяния переступаем порог чего-то такого нового, да. Получаем мгновенный результат именно благодаря вот этой энергии. Тельцы, отшельник перевернутый. Появление людей, которые там что-то таились, крутились, вынашивали тайные планы, а вот они появятся, что-то вот вам будут рассказывать. Все это всплывает, все эти тайны, перетайны по состоянию, по работе. Работа идет, да, золото, как говорится, куете потихонечку. Есть такой момент, что есть старые доходы, новые. Вы постоянно находитесь, кстати, хорошая карта для разного рода переговорщиков, для тех людей, которые связывают разных людей там в разных странах мира, или ведете много переговоров, и они, в общем-то, будут в будущем, но не сейчас прямо, дадут вам материальную денежку. Так, социум, а вот социум подвох, люди, которые сами требуют от вас поддержки. Люди какие-то несчастные, убогие, и рассчитывать на них не стоит, поскольку они сами несостоятельные. То есть вам надо думать, все брать на себя, также либо контролировать их. Состояние здоровья хорошее. Вестник кубков — это всегда про легкость, веселье, эмоциональную легкость, выздоровление, позитивную динамику, особенно болезни кровообращения, болезни, связанные с деторождением, да, там, в общем, любые были. Так, а в личной жизни что-то у вас какая-то гложет печаль. Скорее это какая-то неуверенность в себе, что вы вот хуже, чем кто-то, или старые обиды какие-то могут всплывать, что вас где-то не оценили и в существующих отношениях, и в новых. А в новых, да, избавляйтесь от более молодых и красивых подружек, да, потому что они будут вам мешать. Ну и шут, кстати, второй шут на этой неделе, как видим, у другого знака, видимо, мигрирует планета. О чем это? Какие-то неожиданные развлечения, попадете в поток каких-то лицедеев, приключений, какой-то сумасшедшенки, да? Почему бы и нет? Почему бы и да? Близнецы. Так. Опа. Тут мечей. Нежданное, негаданное. Ага. Но мы будем все равно гадать. Разворот вашей жизни, связанный с какими-то чрезвычайными событиями. Давайте посмотрим, что это за события. Такие чрезвычайные. По работе. Звезда перевернута. Понимаете, что вы либо не хотите, либо не видите перспектив там, где вы сейчас находитесь, я имею в виду в работе или дело, которое занимаетесь. Либо вы не понимаете просто, что сделать здесь. Для вас это вот такое вот неинтересное что-то. Так, зато четверка пентаклей. У вас есть поддержка со стороны социума, такие люди, на которых вы можете положиться, то есть в каких-то своих планах, ну, минимальных бытовых. Тоже хорошо.
Так, по состоянию здоровья, вот еще и тут железо перевернутые, вялость, какой-то переутомление, типа перед этим вы где-то выложились, много работали или что-то, не досыпали, потеря энергии, все это тузы, тузы. Вы пережили какой-то кризис, вложились, и сейчас не время для того, чтобы, ну, вот активничать, да, потому что такая карта. Личной жизни двойка жезлов. Достаточно рассудительные, общайтесь в таком на отстраненном уровне. Двойка жезлов — вот эти две параллельных линии. Каждый сам свое дерево выращивает, украшает и, в общем-то, и не вредит, ну и не приносит какой-то пользы эмоций другому. Если это новые отношения, они очень ровные, ну, очень такие отстраненные, да и старые тоже. Зато императрица перевернута. Это может быть и женщина некая такая, которая вам попытается навязать свое мнение, свое видение жизни. Хотя близнецы очень любят также сами быть императрицами, получать, настраивать других людей каким-то образом, их там что-то им внушать. В общем, ну, мне пересердствуйте, потому что она перевернута, как минимум, вам это не удается, да, что перевернуто. Ну, и вас продавить не удается. Близнец на своей волне, близнецы. Раки. У раков крупная денежка, от которой они долго трудились. Может быть, нет той радости или есть какие-то недостатки в этой прибыли, да, в плане того, что как получить или в сумме, но это все-таки денежная карта. Одна из самая большая, вернее, денежная карта. Просто в перевернутом виде означает некоторые потери, да, в том числе и времени. Состояние по бизнесу. Хорошая карта для тех, кто расширяет свое влияние по миру. Для остальных означает переезды, командировки в другие страны. Еще один новый, идеи насчет развития еще одного вида бизнеса, встречи с новыми людьми. Также это для собеседователей, для тех, кто собеседует, также отлично. О, что рака просто супер бинго, белая карта говорит о том, что вам придет слава, откроются какие-то окна возможностей, проход через белую карту, открытие новых людей. Состояние здоровья потихоньку, помаленьку. Возможен прием каких-то, ну, таких лекарств, которые, ну, типа витаминов для поддержки, получения некой информации о вашем здоровье. Оно такое незначительное. То есть тут все тихо, да? Если у вас есть какие-то серьезные болезни, пока они не развиваются ни в ту сторону. То есть незначительные результаты. Если было до этого хорошее, то так оно и есть. Солнце. Слушайте, что-то у раков поперло. Мир, солнце, туз пентаклей, белая карта говорит о прохождении какого-то очень сильно энергетического периода, в который вы можете, видите, белая карта, солнце, мир, перейти в трансформацию очень серьезную. Кстати, очень хорошее время для работы над собой, позитивных каких-то переходов. Кто планировал, пожалуйста, вот вам неделя для всяких практик. Конец недели еще опыты со своим имуществом, возможно, перенесение каких-то сроков, но тем не менее вы очень плотно занимаетесь своим материальным. Тут тоже перенесение, то есть какое-то оформление, что-то какие-то получать. Дело двигается, но медленно. А так солнце, ну, солнце тут еще в личной жизни оно попало, говорит о том, что это, ну, вот белая карта, то есть это светит вам и солнце славы, и благодаря какому-то новому партнеру, и солнце просвещения, партнер, который социального какого-то статуса, который освещает вам путь. Ну, супер-супер. Пользуйтесь, раки. Так, львы. Львы несут потери материальные. Или вы подсчитываете убытки. Что вы потратились, эффекта никакого нет. Ладно. По вашему состоянию, по работе. Получайте свои стандартные деньги, но вам хочется больше успехов и больше денег. Для вас это
немножко такой же устаревшая сумма, и устаревшая, вам это не интересно. Если вы не работаете и не учитесь, у вас жизнь приобрела такой характер потихоньку, помаленьку, а вам хочется больше. Эта карта все-таки на минималках. Социум, дьявола перевернутые. Ну что, пытаетесь выпить. Лев сам очень любит всякие соблазны, очаровывая других. Пока вам этот дьявол перевернул, что-то вы до конца не докручиваете. Либо будьте еще более хитрым и соблазнительным, иначе, ну, ваше дело не удастся. Да? То есть дьявол перевернутый. Ждите до конца. Состояние здоровья. У вас хорошее здоровье, вы пытаетесь слишком эксплуатировать. Вот. И также не эмоциональная карта, какая-то безрадостная, вот нет эмоций. Все упирается в какую-то переоценку ценностей, себя. Такая бухгалтерская, да, отношение к здоровью, что нет, не эмоционально, нет радости, есть такая вот скучная, обыденная жизнь. По состоянию в личной жизни. Вот как будто любовный треугольник, но вы знаете, что кто вам нужен в этом любовном треугольнике, но вы ничего не делаете. Причем выбирает лев. Да, он стоит, он знает, что ему надо, но как-то со стороны очень, да, голова. Ну, конец недели, это может быть, набрали чужих проблем. И лев любит рисоваться, брать на себя чужие проблемы, а потом он их просто не тянет, да, и думает, что зарисоваться это очень хорошо, а вот решать их очень сложно. С вами была Аграфина, все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.